Сегодня 17 декабря 2018 года. Я выгуливаю вот эту свою новую водолазочку. Не знаю, как обзывают. Подскажите мне, как в России называют вот такие блузоны? Может быть, блузонами и называют. Оно у меня с карманами, как я и хотела. И вот тут такое широкенькое снизу. Прямо хорошо, хорошо так легло. И я вообще сегодня снова в монохроме. У меня черная полоска с бордовой. У меня штанишки такие же черные с бордовой. Обалденный рисунок в огурцах. Вывезенный он такой... шершавенькие. Сейчас я поближе покажу. Вот такие раз замечательные на мне штанишки. И вот такое вот у нас общее сочетание. Прямо прелесть. До чего красивые мои огурцы. И башмачки у меня тоже есть. Вот такие бордовенькие. Вот такая я вся бордовенькая-бордовенькая. С черненьким пошла сегодня в школу. Погуляю между деток. Вот такая красавица. А из украшений на мне вот такой замечательный ключ от Бетси Джонсон. У нее слоган «Too much is not enough». Это мой слоган по жизни. Я тоже считаю, что много – это всегда недостаточно. Вот такой вот раззамечательный ключ. Причем одна сторона цепочки, вот просто цепочка, а вторая вот вся такая украшена. Но она не может делать очень просто. Я даже сумку недавно в руках ее держала, думаю, может взять. Но нет, уже не могу, уже просто ставить некуда. На руках у меня вот такое вот колечко. Я не помню, когда последний раз его надевала. Хотя вот в сочетании с этими вот погремушками оно идет куда с добром. И на этой руке у меня тоже два колечка в этих тонах. Сегодня все бижутерное, ничего приличного нет. В прошлый раз забыла показать вам браслет. Сегодня не забываю. На этом браслете тоже есть вот такие вот бордовенькие штучки. А магнитик у нас вот такой. Ногти у меня тоже сегодня уже накрашены в цвет Рождества. Вчера не сообразила, что у меня нет вот такого ярко-бордового красного цвета, красно-бордового. Зелень-то у меня, правда, правдишная вот такая. И вот я на зеленом рисовала эти полоски из блесток. Макала их влагой и блестками выкладывала. Поэтому они у меня такие вот шершавенькие получились. Но зато новогодние. Из ароматов мы возьмем вот такой вот шикарный флакончик. Это у нас Armani Code. И называется он «Кашемир». Очень мне нравится. Очень мне нравится. Я его купила без всякого повода. Вот просто так зашла, подержала в руках, влюбилась и имею. Очень нравится. И он нам по цвету очень подходит. Вот такой вот шикарный. Спасибо, что заходите на этот канал. С вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока.